что вы похожи на солнце. Спасибо. Со своей прекраснейшей косичечки. Вы очень прекрасная. Спасибо большое. Да. Спасибо. 14 лет, так сильно, невероятно мощно по энергетике, по какой-то хватке, совершенно не девичьей, просто потрясающе. Да. Спасибо. Спасибо тебе большое за то, что ты есть такая. Единственное, что к следующим нашим с тобой встречам я бы хотел, чтобы ты занялась собой немножко именно внешне. Надо худеть. Хорошо. Почему? Она вот такая пышка. Она пышка. А мне нравится пышечки. А мне нет. О, так у нас же кожа моя. А я тебя не приглашаю на свой концерт. Ай, подождите. Я пышка, потому что. Нет, я про маленьких пышек говорю. Хорошо, спасибо. Большие пышки мне нравятся. Пышка, а вокальная пушка. Спасибо. Браво. Я вражен. Я не думал, что так можно Адель... Взуты. У меня однозначно так, я просто задоволен, что ты снова пришла для нас. Спасибо. Добавить нечего, есть что скинуть, да. Спасибо большое. 4 так, мы побачимся. Спасибо. Ну, Лерка, ну молодец, ну молодчина ты. Вот это дала ты. Вот так раз и показала всем как надо. Вот ты моя красавица. Хорошо заспевала. Девчонка. Симулик. Симулик. Ура, ура, я прошла. Спасибо, 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 спасибо маме, папе, всем. Огромное спасибо и особенно огромное спасибо судьям.